ты отель «Жемчужина» в Сочи. Когда-то была фешенебельная, новейшая архитектура, а теперь в окружении таких вот супер модных, новых сооружений, кажется уже чем-то архаическим, устаревшим. Вот самая большая гостиница Советского Союза. Вот такая громадная с моего ракурса. Ой, какая. И окружает этот отель очень большой парк. С большими взрослыми деревьями. Интерьер «Жемчужины» остался неизменным советского периода. Фикусы, бетон, мрамор, сувенирные магазинчики, рестораны. В общем, только наполнение этих магазинов другое, конечно. Внутренний двор «Жемчужины» и бассейн. Декабрь месяц. Магнолии, пальмы, фонтаны, юга и сосны. И все дорожки ведут к морю. Очень элегантный уже исторический парк «Жемчужины». Сейчас идем в ресторан кавказской кухни. Это около «Жемчужины». Набережная Сочи. Декабрь. Двадцать градусов тепла. Сочи, парк. Молодец.
шумит море. Новые отели. И старые здания. Сочи, библиотека имени Пушкина. Вот такое здание в готическом стиле. Было построено в 1912 году. На добровольное пожертвование сочинцев. На народные деньги. Архитектор Будкин. Вот до сих пор функционирует как библиотека. Тщательно сберегается. А вот памятная доска мемориальная. Узнаваемое место старого Сочи – театр. Сквер перед театром. Зимний театр. И вот, конечно, около театра памятник Ленину. Тоже наше советское прошлое. А окружают новые здания отелей. Со всех сторон виднеются. Вот для тех, кто помнит старый Сочи, все-таки какие-то места еще остались от старины. Предновогодний Сочи. Там физика. Он, короче, перевернули, я вам не мог выбраться из бочки. И еще он вот так вот делал и вытаскивал. Боже. Новый год в Сочи. С новым, с наступающим 2023 годом. Даня Цума. И... А это вокзал. Что так сбило? Для тех, кто любит старый Сочи, кто помнит, а вот там елка новогодняя среди пальм. О, какой стильный вокзал в Сочи. Это железнодорожный вокзал. Прекрасный. Архитектура какая. С деревьями, с открытым пространством. С колоннадой. Пассажирский поезд номер 302 Адлер, Гомель, Минск. Прибывает на второй путь.